Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Питаємо у нашого співрозмовника. Павло Латушко з нами на зв'язку, заступник керівника перехідного кабінету опозиційного Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Тож, заява Лукашенка стосовно підриву греблі Каховської ГЕС. Власне, питання таке, хто за язика тягне Лукашенка, чому він далі коментує тему війни в Україні, так, хоча мав би, розумніше було б на його місці дистанціюватися, відійти від цієї теми. Ну, Лукашенко комментирует все, что происходит в Украине, абсолютно в интересах Российской Федерации. Он является VIP-пропагандистом Путина. Он произносит то публично, что, например, не может произнести Путин. Заметьте, что Путин же очень редко комментирует что-либо, да? Поэтому он назначил своего гауляйтера, управляющего по Беларуси, произносить то, что не может сказать он. Или не хочет, скажем, правильнее сказать. Он получает методички из Москвы. Вчера у него был Патрушев, позавчера у него был Патрушев, секретарь Совбеза. Через Совет Безопасности ему передаются все нарративы. И исходя из этой информации, которую он получает из Москвы, он все это и произносит. Это с одной стороны. С второй стороны, мы же должны четко понимать, что Лукашенко это та персона, которая спланировала вместе с Путиным и поддержала Путина еще до начала войны в подготовке, а в последующем в самой осуществлении агрессии. И он четко отдает себе отчет о своей роли или участие в этом, и он понимает, что у него выхода другого нет на сегодняшний день. Он вместе с Путиным идет ко дну, и он будет барахтаться из последних сил, утопая в этой пучине, и поэтому он будет кричать и говорить то, что, на его взгляд, якобы спасает его. Заметьте, что в последнее время он, встречаясь с представителями ОДКБ, а также Евразийского экономического союза, постоянно говорит один и тот же тезис. Мы не имеем права разбежаться, потому что если мы разбежимся, то это катастрофа. Если мы разбежимся, мы все равно потом сбежимся. А если сейчас мы это сделаем, то нас поделят на куски, Запад нас разберет, мы потеряем все рынки и так далее, и так далее. Он реально отдает себе отчет, что начались не обратимые процессы развала этих организаций. Посмотрите на мимику всех тех лиц, которые еще пока приезжают в Минск в рамках этого председательства ОДКБ. Но на лицах-то их все написано, как они относятся к словам Лукашенко. Ну, вот я, наверное, прокомментировал таким образом. Еще одна цитата Лукашенко, свежая, нещодавняя, звучит так. «Давайте признаем, мы им преподнесли подарок, когда погрязли в Украине». Это им, конечно, подарок. И здесь они начали цепляться за Украину, чтобы поставить на колени наше пространство. Тобто він фактично дійсно об'єднує агресора Росію і свій режим, і каже «ми» словом, так? Тобто що ми разом створили подарунок для Заходу, знову ж таки, коли погрязли в Україні. Тобто він вже розуміє, що він влип і влип безповоротно. Я думаю, что если мы соберем с вами цитатник Лукашенко до 24 февраля и возьмем его цитатник после 24 февраля 2022 года, то это уже будет многотомное издание, где он прямым текстом говорит, что мы участвуем в специальной военной операции. Киев за 3-4 дня, Украина падет, Украина не сможет сопротивляться. То есть он уже столько раз повторил вот это слово «мы», что он обучает военнослужащих Российской Федерации, сколько солдат, а что ж вы хотите, мы же союзники. То есть он это постоянно подчеркивает. Но в этом тезисе, кстати, кроется и определенный упрек Путину. Путин, во что ты меня втащил? Ведь фактически он дает такой посыл в тому, что нам удалось, им удалось нас тянуть в эту войну. А получается, он же пошел все-таки первый импульс от Путина, а он этот импульс принял и начал его реализовывать вместе с Путиным. Поэтому здесь можно это рассматривать как укор и в сторону Москвы. Кстати, сегодня же он опять вылетает в Москву срочно по вызову. Кстати, вчера, встречаясь с секретарями Совета Безопасности государства ОДКБ, он еще комментировал о том, что будет происходить в Москве, с кем там Путин будет встречаться сегодня, даже не имея понятия о том, что он планировал поехать в Москву. Его неожиданно вызвали на ковер. То есть Лукашенко сегодня фактически вызван уже за последние 30
15 дней третий раз на ковер в Москву. Ну, конечно, что они едут там не рыбу ловить в Сочи, в море, да, а, скорее всего, будут обсуждать очередные свои преступления, которые мы видим на примере ГЭС и многих-многих других, которые совершает сегодня Путин вместе со своим союзником Лукашенко. И, кстати, по поводу «мы», нам удалось, или нас втянули в эту войну. Ведь военную доктрину в рамках так называемого союзного государства они подписали в ноябре 2021 года. И вот мы вчера подняли архивную видеозапись, когда шло подписание этого документа. Оно шло по Зуму. Он сидел в Москве, Путин в Москве, а Лукашенко в Минске. И он сказал: «Так я подписываю». Ну и Путин махнул: «Подписываешь». «Но я подписываю, но отвечать будем вместе». То есть именно в этой военной доктрине ноября 2021 года была и заложена вся концепция войны, агрессии против Украины. Так, абсолютно. Тут Лукашенко повноцінний співучасник злочинів путінських і російських, і тут сумнівів абсолютно немає, що йому треба буде відповідати за ці злочини і присісти на лаву підсудних разом із Владимиром Володимировичем, своїм патроном із Кремля. Те, що Лукашенко перетворився на таку мавпочку Путіна, на його маріонетку, це стає очевидно. Він же у своїй риториці всіляко намагається все ще свій статус автономний підкреслювати і взагалі вписувати себе у таку геополітичну боротьбу. От він часто згадує, що це Захід проти Китаю, каже, що його головним партнером є Пекін, Китай, він туди їздив, він туди продає калійні добрива і так далі. І зв'язки Мінська і Пекіна часто от в Лукашенка і в його оточенні підкреслюють. Як ці зв'язки зараз розвиваються? Бо знову, з останніх заяв Лукашенко відзначився тим, що головна ціль Заходу – це Китай зруйнувати, це його підкосити, а ми тут своїм союзом будем стоять до кінця. Ну вот смотрите, на этой неделе поступила информация, мы ее вчера опубликовали на наших сайте, на социальных страницах, о том, что канадская фирма Canatex подписала контракт с крупнейшим потребителем калийных удобрений в Китае. И очень интересно, что этот контракт понизил стоимость за тонну калийных удобрений на $283 США в сравнении с контрактом прошлого года. Фактически это катастрофа. Графическое понижение, это очень существенное понижение стоимости калийных удобрений. И очень интересно отметить, что это уже не первый подобный шаг на калийном рынке. До этого, кстати, союзник Лукашенко, Россия, в лице Уралкалия, известного Мазепина, бизнесмена, кстати, некоторые поговаривают, что он может быть тем, кто сменит Лукашенко, подписал контракт с индийской компанией. А мы знаем, что Китай, Индия и Бразилия являются крупнейшими потребителями калийных удобрений. Так вот, в апреле Мазепин подписал контракт с индийцами и также понизил на 28% стоимость калийных удобрений. А это главный доход в экономику Лукашенко. Вернее, правильно сказать, главный семейный доход Лукашенко. Самая богатая семья в Беларуси, самый крупный олигарх – это Александр Лукашенко, его сын Виктор и Дима. Ну, Коля, наверное, по наследству получит. Это люди, которые зарабатывают на коррупционных схемах, в том числе откатов через калийные удобрения, через фирмы прокладки. Поэтому он теряет огромные деньги. Ну, конечно, часть денег поступает и в экономику. Не шахтерам, а, конечно, прежде всего на военно-промышленный комплекс, на строительство тюрем. Простите за такое, может, сравнение немножко пафосное, но это так и есть, на репрессивный аппарат. И вот Лукашенко получает от главного союзника удар между ног. А понижение стоимости в сравнении с прошлым годом на $283, когда Китай, это для Беларуськалия второй потребитель калийных удобрений, вызвало сразу же реакцию. Белорусская калийная компания заявила публичный протест, что это нечестная игра на рынке, что это раскалывает договоренности, существующие на рынке, потому что, как правило, это сговоры всех крупнейших производителей. Но Китай выбрал не Беларусь, потому что, Лукашенко создает проблемы на транзите, граница заблокирована, ряд пограничных переходов, и постоянно Польша она говорит, что если вы не будете освобождать политических заключенных, мы пойдем дальше. Китай теряет из-за этого деньги, потенциально может потерять. Он понимает, что Китай, Лукашенко идет на размещение ядерного оружия. Я думаю, об этом в Москве, кстати, будут опять говорить Путин и Лукашенко. А это не соответствует политике Китая, в том числе в Совете Безопасности ООН. Китай смотрит на это все и понимает, что надо давить его экономически. И фактически принимает решение вытеснить с рынка китайского калийного производителя белорусского. Это
потери, ну, по нашим подсчетам, сейчас контракт на полгода подписан. Если его канадская компания заявляет, что она заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, в надежном сотрудничестве, то в годовом измерении это могут быть потери миллиарда долларов. Миллиард долларов для экономики Беларуси – это огромные деньги. Ну, Китай має тепер можливість, так би мовити, демпінгувати, навіть не демпінгувати, а примушувати знижувати ціну своїх партнерів, так і знаємо, що вони за нижчими цінами закуповують російський газ і нафту, собі дуже вигідно їх купують і в тій кількості, в якій це потрібно. І бачимо, що і до Білорусі така політика китайська не теж тут уже. Ну, ще я хотів би додати, що, смотрите, ведь ця тема голоду в світі, якраз такі аргументи ряду лобістів стояли на тому, що висока стоїмость продовольства зв'язана з високою стоїмостю калі. Так от калі вже понизився до воєнний період, і сьогодні ті, хто лобірує в Європейському Союзі, наприклад, зняття санкцій з Білорусь калі, вони втрачають цей головний аргумент, тому що головним аргументом була висока ціна на калі. Все, этого аргумента больше нет. И мы надеемся, что сейчас будет пробита эта ситуация, все-таки она изменится в Брюсселе, и санкционный пакет в отношении Лукашенко будет принят. Вчера, кстати, приняла Великобритания, мы вносили ряд предложений, именно ту концепцию, которую отстаивала наша команда. Гармонизация санкций с Россией. Невозможно, когда есть единый экономический рынок так называемого союзного государства, когда единая таможня, иметь одни санкции в отношении России, а другие в отношении Беларуси. Потому что в этом случае весь товарный поток идет через эту дырку, через границу с Белоруссией, капитал, импорт, технологии и так далее. Поэтому нужно применять единый подход. Вот Великобритания вчера приняла мощнейший санкционный пакет. Это 100 физических лиц, компаний, и вела гармонизацию по санкциям. Кстати, до этого приняла очень мощный пакет и Польша. Ну, ждем сейчас Соединенных Штатов Америки. Здесь улыбнусь, надеюсь. В ближайшее время дождемся. Я позитивно улыбаюсь. Ну, посмотрим, как Европейский Союз зареагирует. Мне кажется, синхронно было правильно поступить ЕС. Лукашенко нужно лишить денег на войну. Его нужно лишить денег на войну. Он использует этот ресурс, чтобы продолжать России помогать убивать и репрессировать белорусов. Абсолютно справедливо, неможливо ж бачити Росію і до неї санкції застосовувати і вводити все нові, і ігнорувати, не бачити при цьому Білорусь, яка є величезною шпарою, дірою, і туди гроші заходять, і торгові відносини, торговельні відбуваються і продовжуються. Не так багато часу, але є ще кілька питань. От днями відбулася розмова Світлани Тихановської з добровольцями полку Каліновського, такий діалог публічно відбувся. Як цей діалог, на вашу думку, розвивається між Білорусь опозицію і оцими збройними підрозділами білорусів, які воюють на українських фронтах зараз проти російських загарбників? І чи припускаєте ви можливий розвиток подій? Це питання на поверхні, зрештою. Такий розвиток подій подібний до того, як відбувається за участі РДК у Білгородській області, коли заходять на територію Росії і починають різноманітні збройні акції протистояння проти режиму. Ну, важно, что этот диалог состоялся. Конечно, хотелось бы, чтобы он имел более предметный характер. В последующем, вернее так, за этим диалогом последовали конкретные шаги и действия. И здесь я, конечно, обращаюсь, может, больше к политикам. Мы исходим из общей позиции, что калиновцы, как и все белорусские бойцы, парни, девушки, которые сражаются сегодня на территории Беларуси, это наши герои. Мы, насколько это возможно, будем стараться помогать им в том, чтобы они опять же, воевали за восстановление территориальной целостности Украины. И для нас очень важно, что, я думаю, для всех нас вместе с ними, что мы действительно движемся к будущему. Будущему – это освобождение нашей страны, Беларуси. Поэтому важно, что эта беседа состоялась. Посмотрим на развитие. Что касательно возможного сценария, как по белгородскому образцу. Ну, конечно, белорусы, глядя на Белгородскую область, они мечтают, что это произойдет тоже в какой-то момент в Беларуси. Но нужно понимать, что как раз-таки вот эта политика неправильной стратегической оценки роли Лукашенко в войне дала ему возможность на протяжении более чем года осуществлять перманентную круглосуточную подготовку вооруженных сил Беларуси, выстроить систему территориальной обороны, усилить силы специальных операций. Ну, если про территориальную оборону, я сразу скажу, там мужики никто воевать не будет, они все покидают оружие или просто поддержат калиновцев, то эти же силы специальных операций, этих несколько бригад, но это, к сожалению, проблема. И это, ну, может
быть существенным фактором, в том числе по линии границы Беларуси и Украины. Но вместе с тем, конечно, Лукашенко этого боится. Почему он усиливает охрану границ? Он очень боится калиновцев, он очень боится белорусских добровольцев. И от этого страха у него идут вот такие комментарии. И в связи с этим он перманентно инвестирует в охрану государственной границы. Ми ж побажаємо, щоб цей страх у Лукашенка лише наростав і підстави, щоб цей страх не зникав нікуди, залишалися і міцніли, скажімо так. Пане Павло, я вам дуже дякую за спілкування, дякую за те, що знайшли час нам поговорити. Павло Латушко був із нами на зв'язку, говорили ми про Білорусь.